Огробежили, кузнец! Огробежили среди белого дня! До трусов трусы мне только не оставили! Обворовали, обокрали, огробежили! Это что за хулиганье у нас вообще в городе-то развелось? Вот эти курицы с плавниками, тёлки вот эти на своем острове сидят и вот этих молодых мужиков, пацанов ограбёживают среди белого дня. Кузнец, я тебе честно говорю, я ничего не делал. Я пришел с ней, начал гореть, она мне начала какие-то там песни петь. Я потом как будто бы уснул, проснулся уже голый в труселямбах. Чё? Бурная ночка с девушками-рыбами была, да? Ничего не помнишь, что вчера происходило? Так как раз-таки в том-то и прикол, то что вчера ничего не происходило, кузнец! Я просто пошел с ней поговорить, она петь начала, я потом вырубился, и все, у меня в инвентаре просто ничего, я просто голый бомж, ограбежили, и у меня только моя палочка, они мне палочку оставили. Слушай... Ну должен же быть какой-то план. Как ты думаешь, есть же какой-то способ, как заставить вот этих девушек-тюленей плакать? Но только вот как? Вот это я не знаю. Один, наверное, сенсей Хачрики Вауа знает. Может, у тебя есть какая-то идея, а? Ну, я слышал, как они идеально поют. Может, там сделать то же самое, но наоборот? В смысле наоборот? Это как? Может, нам специально плохо петь и не попадать в ноты? Они услышат наш плохой голос и от этого зарыдают, как девки! Ну так они и так девки! Если у них рыбий хвост, это не значит, что они не девушки! Слушай, не, кузнец, это дичь какая-то! Ты и так орешь, как резанный! У меня каждую серию магии кровь из ушей идет от того, как ты кричишь! А я очень сильно сомневаюсь, что на вот этих, на русалок это сработает. Нет, дичь. Так, забирай вот эту удочку, иди сюда за мной. Сейчас мы к моему вот этому Кузе подойдем и позовем того, кто 100% должен знать, как разобраться с этими русалками. Кузя! За сенсеем Хачрики Вауа надо прям сейчас летать и присобачить его сюда к нам. Поэтому давай, крылья в зубы и полетел в город. Без сенсея не возвращался. Только давай как можно быстрее! Ща, кузнец, все будет хорошо. Сейчас Кузя присобачит вот этого, присобачит сенсея, он нам 100% скажет, как нам быть с этими русалками. Ну а пока я тебе все же предлагаю пойти с ними поговорить, как мужики, с женщинами. Грубо и уверенно. Просто идем, садимся в лодку. Давай, кузнец, ты сзади меня садись. Давай быстро. Мы просто к ним подплывем вот сюда тихонечко, спокойно. Главное, уши заткни пальцами, если они откроют свой рот вот этот, не слушай их. Аккуратненько так сюда к ним подплывем, сраку свою из лодки вытащим. Давай, кузнец, за мной. Они хоть и рыбы, да? Но все же как бы люди. Только проблема, я не знаю, какой у них мозг. Мозг у них от рыбы или мозг у них от человека. Но в любом случае, даже с рыбой договориться можно, если найти правильный подход. Короче, чупакабра водная. Вот слушай, что нам надо от тебя. Все остальные хвостатые тоже сюда поднимайтесь, сюда, наверх, на вот эту скалу, на вот этот остров. Сейчас, кузнец, сейчас мы вот это договоримся. Ты эти пробирки взял с собой? Пробирки давай доставай вот это. Слезы сейчас будешь собирать. Так, подойди вот сюда ко мне. Короче, да, все сюда. Вот сюда, на скалу забирайтесь, вас же там четверо было. Сейчас пока что здесь только две. Давайте, все сюда. Давайте сделаем так. Я вас сейчас четверых не пускаю на рыбий паштет за то, что вы меня ограбежили, но взамен на это вы кузнецу выплакиваете прямо сейчас, ну, хотя бы одну бутылочку своих слез. Нам на благое дело. У меня все мои друзья в камень превратились из-за медузы Горгоны. По рукам, чупакабры! Кузнец! Это что означает, то что они согласны или не очень? Кузнец! Что она делает? Кузнец! Кузнечик! Так оказывается, вы тоже как бы магией владеете. А ну естественно, вы же рыбы, человеки, конечно, вы бабабара. Ну так сваливай давай отсюда, что ты стоишь на этом месте? Извините, бро, водку, кузнец. Извините, мы на ваш остров не хотели вторгаться. Ядрёна мать меня, вот это в зубы. Иди сюда, кузнец. Это ты?
Они тебя что, в ребятка камень превратили? А чё ты такой высокий? А чё ты такой тупой и такой маленький? Потому что они тебя уменьшили. Так, походу, любезно поговорить с ними не получится. Так, иди сюда. Сейчас уже вот этот Кузя с сенсеем Хачирики Вова должен сюда прилететь. И тогда мы вас точно на рыбные котлеты пустим. Иди сюда, Кузец. Господи, помилуй. Теперь тебя не только нормальным надо сделать, но еще и обратно взрослым, а не ребенком. Летит. Выполнил мой приказ, небось так быстро сразу же сюда прилетел. Дай, Кузечка, приземляйся здесь возле меня. Аккуратно, аккуратно. А где сенсей Хачикрики Уауа? Я ж тебе сказал его сюда вот это присобачить, прилить. Он на своем транспорте сюда прилетел. На драконах он, походу, не летает. Вот сюда, сюда, ближе, 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 ближе. Вот здесь приземляйся. Молодец, Кузя, молодец. Сенсей Хачикрики Уауа, сколько лет, сколько зим мы не виделись, а? Здравствуй, сын мой. А это кто? Тот самый кузнец? Я давно с ним хотел познакомиться. Хачапури Чихуахуа? Мне много о вас рассказывали. Я наконец-то рад с вами встретиться. Ну да, вот вы и познакомились, вот это. Но только давайте любезности, и все это в следующий раз. У нас тут сенсей Хачикрики Уауа небольшая проблема, хотя вру, офигеть какая большая проблема. В первую очередь посмотрите на меня. Меня ограбежили по полной программе. Во вторую очередь посмотрите на кузнеца. Мало того, что он камень, он ребенок камень. Русалки только что на нем свою магию вот эту испытали, и сейчас у меня еще в два раза больше проблем. И учитывая сенсей Хачирики Уапы, подойдите вот сюда. Учитывая то, что вы мне сами сказали про это место, про русалок, я уверен, то, что вы с ними вот это найдете общий язык. Поэтому мы хотим вас попросить, кузнец, выкинь ему вот эти пробирки, выкинь пробирки. Вот пойти... Как-то сделать так, чтобы они заплакали и собрать слезы. Мне нужно, чтобы превратить моих друзей обратно в людей. Сенсей, ну вы же справитесь. Да потому что вы с кузнецом две лохопедины. Все приходится делать самому. Дайте мне 2 минуты, и слезы будут у вас. Ну тут я как бы даже не спорю, сенсей. Нам с кузнецом не очень так повезло. Ладно, тогда мы вам мешать не будем, просто стоим здесь и ждем. Следите за моим ковром, чтобы никто его не трогал. Ага, так и будет сделано, все, удачи вам! Да он 100% с ними сможет договориться, уже с ними давно знаком. И он же сам не сказал про этот остров плачущего камня, или как он там называется. Вот, поэтому у него 100% получится. Так, вот это шайтан-машина, вот это я понимаю, не то что Кузя. Не, ты как дракон хороший, но летающий ковер намного удобнее будет, чем дракон. Кузя, без обид, только не кушай меня, пожалуйста. Может и себе такой вот этот агрегат летающий купить? Слушай, кузнец, давай тогда засандаливай стракостанцию на этот ковер и вот это, попротестируй его, как хорошо он летает. Типа, какая там скорость, какая управляемость? Да ты сам прокатись, я не хочу, чтобы сенсей Хачапури Чихуахуа мне руки поотрывал. Ой, походу, кузнец, после того, как эти русарки тебя в ребенка превратили, ты вот это вот мужество свое потерял. Да, сразу все понятно с тобой, кузнец. Вот это сразу бояться всего на свете начал. Эх, вернуть бы сейчас прежнего храброго кузнеца. Кто? Я не мужик? Да я тебе сейчас как покажу! Ну давай, давай, вот! А ты боишься? Я же говорю то, что все хорошо работает. Главное, далеко не улетай, чтобы вот это сенсей Хачикрики Уауа не увидел, как ты там летаешь в небе. Все, приземляйся обратно, приземляйся, иди сюда. Ну, работает хорошо, кстати, работает. Когда Кузя мне надоест, я себе ковер летающий куплю. Кузя, без обид. Ладно, все, кузнец, больше не трогай, то сенсей еще увидит. Все, короче, ждем его, он сейчас сюда притопает. После этого он нам даст слезы, и мы пойдем превратим наших друзей в нормальных людей. Сенсей! Сенсей Хачирики Уауа! А че вы, почему вы голый? Вас тоже ограбежили! Ну я же вам говорил не слушать их песен! Так вы же опытный сенсей! Ну как вы песни-то их услышите? Сенсей Хачирики...
Сенсей Хачикрики Вала! Засмущался. Я же говорил, чтобы он пение их не слушал, его тоже ограбежили. Он тоже голым стал, как и я. А, они 100% ему там мозги прочистили своим вот этим пением. Ладно, даже самый опытный маки сенсей во всем городе нам не смог помочь с этими русалками. Ну, тогда, кузнец, походу, у нас другого варианта нет. Будем придерживаться твоему плану. Пойдем петь. Что-что, но я думал то, что русалки, ну, добрые, милые, спокойные, просто живут как рыбы в воде. Они коварные, вот эти выхухоли плавающие оказались. Короче, этот кузнец, я в душе не чаю, какую ты песню им будешь петь, но я надеюсь, вот прям спой такую, чтобы у них не то что слезы пошли, реально кровь из ушей пошла. Так, все, садись в лодку и давай поплыли с тобой, давай быстро. Мы пришли с добром, мы пришли с добром, мы никого трогать не будем, никого не будем, вы тоже нас не трогайте. Кузнец, вытаскивай сраку. Короче, делаем так, я ее сейчас задерживаю всеми возможными способами, а ты начинай петь. Когда у нее пойдут слезы, подставляй вот эту вот колбочку, у тебя еще есть еще вот эти пробирки, вот, подставляй и собирай слезы. Ага, так, иди сюда, подойди. Ну слушай, в этот раз мы с тобой возиться 100% не будем. Топа! Так, вроде держу, кузнец, подходи, начинай петь, давай быстро! Харманим, бабанерде чарчафим, гердун пакетлер бенним дерманим, коркмая вашча, а чилди ферманим, саким качма бурая гелла безманим. Подожди. Это чё сейчас было? Кузнец! Турецкий рэп! Ну зато сработало. Давай собирай слезы, пока не поздно, пока она не очухалась! Подойди ты ближе, господи, сейчас не забыл, подойди туда ближе, собирай слезы, давай быстро! Турецкий рэп, ядрить! Так, а у меня один единственный вопрос, а где ты турецкому рэпу-то научился, кузнец? Ладно, не важно, не отвечай, потом ответишь. Так, пока плачет, собирай, чтобы вот эти все колбочки были в слезах. Кузнец-то башка получается, я бы к этому никогда не додумался, то что из-за нашего плохого слуха, да собирай, не на меня смотри, собирай давай, из-за нашего плохого слуха и того, как мы плохо поем, русалки заплачут. Все, я собрал! Ага, молодец, кузнец, ну тогда ты чупакабра, проваливай отсюда, давай! Пошла вот отсюда! Так, кузнец, сколько бутылочек? Ну, в любом случае, одна нам хватит. Три бутылки! Слезы русалки! Молодец, кузнец, со своей песней. Все, давай проваливай отсюда, пока они не вернулись. Слушай, а мои шмотки, они случайно не здесь спрятали, которые ограбежили меня? Так, старая палочка моя, шляпа, драконий меч, башка медузы, горгоны... Собаки плавучие с плавниками эти. Так, все. Опа. Я даже шмотки вернуть все успел. Ну, не хотели по-хорошему. Получилось по очень плохому. Кузнец, запиндюхивайся в вот эту лодку. И поплыли отсюда. Я очень сильно надеюсь, то, что мы с вами больше никогда в жизни не увидимся. Ага, то, что это был первый и последний раз. Так, времени у нас очень мало, кузнец, очень мало. Можешь садиться на вот этот ковер-самолет, или можешь на свою корову садиться. Встречаемся с тобой в центре. Давай, не опаздывай. Кузя, полетели! Кузнеца-то мы точно должны обогнать на его корове. Ага. Налево, налево, сейчас еще раз. Налево, прямо, и вот здесь остановочка моя. Передавайте за проезд. Опа, вот здесь. Давай, быстро, что ты такой медленный, кузнец? Так, продавец зелий, он же здесь должен где-то быть. Продавец зелий, на втором этаже, он точно на втором этаже. Давай, забирайся вот сюда. Продавец зелий. И опять забыл. Продавца зелий же в камень превратила медуза Горгона. Он до сих пор с моими друзьями там в деревне нашей сидит, пердит. Так, у нас походу проблема, кузнечик мой маленький. А чё мы с тобой-то делать будем сейчас, а? Ну, придется тебе зелье варить. Ты как, химию в школе хорошо знал, а? Ну,
меня двойка была. Это считается как хорошо, а? Ладно, тогда придется самому что-то нахимичить. Эпа. Давай, кузнец, расчехляй пробирки! Сейчас будем зелье из слез русалок делать.